Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксеноновых ламп от компании Mitsumi на цоколь HB4, температура свечения 6000 кельвинов, мощность ламп 35 Вт. Поставляется на такой вот обычной коробочке, невзрачной. В комплекте у нас находятся две лампы. Лампы идут в защитных колбах, дабы не повредить сами лампы при транспортировке. Подключаются на 12 вольт через вот этот вот разъем. Питание подается. Ну и также подключается на блок розжига. Блок розжига подключается через вот эти вот три коннектора. Блок розжига обязательно должен быть также 35-ваттный. Размер, в принципе, не имеет значения, может быть стандартный балласт большой или стандарта вот такого вот slim, как у нас в данном случае. Главное, я же говорю, чтобы по мощности подходил. Подключение также никакого труда не составляет. Это все подключается разъем в разъем. Вот таким вот образом. Ну и осталось подключить только питание 12 вольт. Для этого у нас подготовлены заранее провода питания. Выключим свет для того, чтобы лучше было видно яркость лампы. Ну и подключаем нашу лампу. Вот она разгорается. В принципе, довольно-таки быстро набирает свою яркость и мощность. Цвет заявленный 6000 кельвинов, то есть в принципе даже сейчас видно, что он уже идет с голубым оттенком. Также лампа очень яркая, поэтому обязательно после установки комплекта ксенона нужно будет корректировать фары, чтобы не слепить встречные автомобили. На комплект ламп распространяется гарантия при покупке. Более подробные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.